художника, да, теперь вот целимся к шестому примерно позвонку, потому что ременные мышцы идут сюда. Так, ну, растираем быстро. Угу. До основания. Я понял. Добавляем вот такие движения. Переходим на все предплечья. Вот запуск да, ракет. Да, ракеты. S-500, вот мы как бы подхватываем, подкидываем. Я почувствовал. С одной стороны теперь от центра к периферии. Ну, плечо еще можно захватить дополнительно. Не меняя захвата, вот такой получается прищепка такая, и мышцу тянем. Раз, два. О, большим пальцем. Угу. Вот тут мы захватываем. Да. Прищепка. Большим пальцем. Да, то есть, ну, примерно вот три получается захвата. Здесь. Растянули в длину. Теперь отсюда. Проходов. Опять от центра к периферии. Растянули. Да. Растянули. Все понял, да. В длину. Теперь все вместе в длину. И палец уже стоит вот на этой точке. Куриная лапка. Все пальцы расходятся куриная в сторону. Лапка, да, только да. Разворачиваем ее на себя сначала. Вот. Передний пучок дельты. Средний пучок дельты. Да, это мы рисуем эполеты. Вот как вокруг плеча. И натягиваем на него кожу. Встаем вот перпендикулярно, прям туда, прям в тело. И вот так вот. Предупреждаем, чтобы было жестко. Доходим до черепа. И отсюда вот разрезаем как бы 7 раз по 7 позвонков. Вот разрезали. Даем отдохнуть. И вот такая вот вибрация. Одна вибрация мелкая такая. Как машинка как будто бы вибрационная проходит, да, может быть, двумя руками. И другая такая вот. Побольше амплитуда, вот такая подкидывающая, как бы подкинули. Ну, нужно вот так вот подкидывать. Вот, и сразу лапа леопарда. Потренироваться надо, чтобы пальцы по одному ходили, вот. И, соответственно, вот красиво, когда вот один подкинул, второй подкинул, третий, четвертый. Я был, как шестеренки. Да, вот шестеренка. Раз, сюда. И в обратную сторону. Только вверх делаем, вниз не надо, вот туда. Только вверх. Потом натягиваем шестеренку на себя и продрожали. Потянули. Да, потянули всю. И продрожали. И череп потянули, да. И вот где